Привет всем! Сегодня я расскажу и покажу вам один мой излюбленный прием создания роскошных богемных волн без каких-либо плоек или утюжков. Итак, все, что нам понадобится, это расческа, две непортящие волосы резинки, спрей для создания волн, обычных или пляжных, ну и, само собой, наши волосы на не совсем обычном состоянии. Я минут 15 как из душа, и за это время мои волосы успевают достаточно прилично высохнуть, потому что если ваши волосы будут слишком мокрые, то все, что вы получите, когда придет время наслаждаться прической, это все те же мокрые волосы. Итак, начинаем с того, что очень аккуратно расчесываем наши волосы, потому что они все еще способны порваться и сломаться, чего мы не хотим, само собой. И после разделяем нашу копну на две части, пробором посередине, и пускаем в ход наш спрей для создания волн. В принципе, это условность, если ваши волосы от природы вьются, как мои, например, я проверяла и без спрея супер. Но если ваши волосы от природы прямые, то спрей вам нужен обязательно. Так что равномерно наносим спрей и еще раз расчесываем волосы для того, чтобы распределить его по всей длине. И смотрите, кто пришел к нам делать вместе прическу. Это моя кошка Марго, она всегда приходит, когда я снимаю видео, так что она вас тоже очень любит, ребят. И, наконец, когда нас устраивает количество спрея на волосах, можно переходить к созданию волн с помощью плетения. Кстати, те, кто смотрел прошлое видео про быстрые прически, узнают здесь технику из второго варианта. И действительно, мы все так же будем переплетать пряди, добавляя все новые и новые к тому, что уже есть. Разница только в том, что в этот раз нам нужно будет доплести все до конца, завернуть все это в пучок и аккуратно закрепить резинкой. Разумеется, мы делаем все то же самое со второй стороной. И для того, чтобы наши волосы в результате стали волнистыми, необходимо дать им досохнуть до конца в таком положении. Поэтому лучше и проще всего это делать на ночь. И тогда на утро мы получаем вот такую роскошную копну, которую первое время лучше не трогать расческой, а просто раскидать пряди пальцами и оставить их так, восхищать всех окружающих. Так что на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, пожалуйста, поддержите меня большим пальцем вверх. В таком случае я буду знать, что вы хотите видеть еще больше всяких трюков. Если у вас есть какие-либо вопросы, давайте мне их внизу в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если нет, то просто напишите мне, какие волосы у вас, волнистые, прямые или вообще кудрявые. Давайте узнаем, кого с какими волосами из нас больше. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!